Дайте мне бутылку и предъявите документы. Что тебе надо? Не понимаю я по-вашему ни хера. Вы нарушаете закон штата Иллинойс. Запрещено пить алкоголь в общественных местах. Документы, пожалуйста. Чего? Чего ты мне паришь? Все покупают и пьют. Вон возле магазина. Пойдем покажу. У них бутылка в пакете, я не вижу, что они пьют. А вы открыто пьете в общественном месте. Паспорт или права покажите. Какая разница? На. Вы арестованы. Паспорт дай. Вы арестованы. Пройдите к полицейской машине. Да пошел ты! Я полицейский! Да ладно, я сам милиционер. 10-19. Нападение на полицейского.